Менее часа назад с Байконура отправился в экспедицию на МКС космический корабль с международным экипажем на борту. В его составе российский космонавт Юрий Маленченко и астронавты Тимоти Копра и Тимоти Пик. Союз успешно отделился от ступени ракеты-носителя и начал автономный полет, взяв курс на МКС. Ну а возвращение экипажа намечено на июнь следующего года. За стартом, помимо специалистов, наблюдали журналисты и, конечно, родственники космонавтов. Работа на орбите предстоит большая, запланировано более 40 научных экспериментов.